Юлия Друнина, «Бинты». Глаза бойца слезами налиты, лежит он напружиненный и белый, а я должна приросшие винты с него сорвать одним движением смелым, одним движением, так учили нас, одним движением, только в этом жалость. Но встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась, на бинт и щедро перекись слила, стараясь отмочить его без боли. А фельдшерица становила зла и повторяла: «Горе мне с тобою, ты с каждым церемонится беда, да и мулись прибавляешь муки. Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты. Как жалко, что науки доброты нельзя по книжкам научиться в школе».